В общественной приемной Республиканской общественной организации «Белая Русь» обсудили изменения Конституции Республики Беларусь. На совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, которое прошло 25 ноября этого года, Александр Лукашенко заявил, что работа по подготовке изменений Конституции Беларуси вышла на финишную прямую. Принципиальные дополнения и изменения внесены в 77 статей. Появилось 11 новых и предполагается новая глава, которая будет раскрывать статус, полномочия и компетенции Всебелорусского народного собрания. Обсудить эти изменения в общественной приемной Беларуси собрались члены актива организации, руководители предприятий и учебных заведений района, депутаты. Мы собрались в общественной приемной обсудить механизм, как мы сможем охватить максимальное количество людей, групп и обсудить проект Конституции. Куда мы сможем пригласить специалистов, экспертов и принять максимальное количество предложений от наших жителей города, от трудовых коллективов. Эта площадка позволит нам продумать, как можно охватить максимальное количество людей и услышать мнение каждого. Напомним, основной целью работы общественных приемных в Белой Руси является работа с населением. Среди задач просвещения граждан и формирование у них заинтересованности в активном участии в жизни страны, привлечение внимания государственных органов, общественности и средств массовой информации к решению актуальных проблем развития страны и общества. Скоро будет вынесено на суд и на обсуждение проект Конституции Республики Беларусь, долгожданный проект. И наша задача как актива – продумать механизм и доступности, и обсуждения всеми членами нашего общества. Поэтому в этих целях и в трудовых коллективах, в первичных организациях, в общественной приемной будут организованы прямые линии, будут встречи с трудовыми коллективами и членами организации. Будем принимать предложения, инициативы, потому что тот проект, который будет представлен, он еще будет дорабатываться с учетом уже поступивших предложений. По субботам традиционно приглашаем в общественную приемную, так сказать, подключиться к важному процессу, потому что ваши интересы должны озвучиваться, и мы будем учитывать их и далее направлять эти предложения, инициативы по другие инстанции вышестоящие, которые уже будут учитываться всеми экспертами, которые готовили в составе рабочей группы.